После долгого перерыва коллектив театра имени Жусубека Аймаутова вновь встретился со зрителями. После ослабления карантинных ограничений публике был представлен спектакль «Первая любовь». На постановку собралась большая публика, среди которой было заметно большое количество молодежи. Карантинные ограничения коснулись и сферы культуры. Спектакли стали выходить гораздо реже, а залы собирать в два раза меньше зрителей. И вот, наконец, на сцене музыкально-драматического театра имени Жусубека Аймаутова зрители увидели комедию «Первая любовь». На самом деле, мы не очень часто ходим в театр, но нам нравится. Сегодня пришли 10 девочек из нашей группы. Мы с удовольствием посмотрели спектакль «Первая любовь». Это наш первый визит после карантина. Зрители оценили выступление артистов бурными овациями и словами благодарности за искреннюю актерскую игру. Примечательно, что все в зале соблюдали санитарные требования и социальную дистанцию. Нет, я не часто бываю в театре, это мой первый раз. Мне любопытно. Во время карантина я чувствовала себя плохо. Например, мы сидели дома, смотрели телевизор, никуда не могли выйти, а теперь вот пришли в театр. Это другие ощущения, мы увидели людей, провели время с друзьями. «Первая любовь» — театральная постановка, которая сумела искренне передать зрителю чувства ученика 11 класса, влюбленного в своего учителя. Зрители поверили в историю и, не отрываясь, досмотрели ее до конца. Что касается сегодняшнего спектакля, то он основан на истории 11-классника по имени Канат, который был влюблен в свою новую учительницу. Сюжет стремительно развивается и очень интересно заканчивается. Коллектив театра и дальше будет неустанно трудиться, чтобы радовать своих зрителей новыми постановками и дарить эстетическое наслаждение. А премьера новой пьесы состоится уже в марте этого года. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.